Всех приветствую. Сегодня нашел очень много старых советских электронных плат. Сейчас покажу, что в них есть. В них есть самые дорогие драгоценные металлы. Сейчас покажу, в каких радиодеталях они находятся и какие драгоценные металлы. Так что смотрим. Сейчас вот начнем с этой первой платки. Вот такая вот от какой-то старое радио, походу, было. Ну, не важно. Важно, что есть у нас тут радиодетальки, в которых есть золото. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот есть транзисторы маленькие, это у нас приемные, их принимают, но они все содержат золото. Сейчас вам покажу. Вот, смотрим, с этой стороны лепесточек беленький, но если повернуть, вот оно золото. То есть позолота на этих деталях внутри есть, очень хорошие, как видите, и они приемные, их принимают, и на них можно заработать. Да, что мы рядом сразу же тут видим? Вот такой вот с посеребрением есть конденсатор, вот есть трубчатый конденсатор, тоже приемный. Вот еще флажок есть, тоже приемный, с посеребрением. Вот такой вот конденсатор с посеребрением. Вот такой вот, вот все, вот это вот с посеребрением. Вот с позолотой идут, с драгоценными металлами. И с серебром. Как мы видим, очень много, как бы, но не так густо. Вот еще один с позолотой. Вот трубчатый есть. Как бы неплохо, да. Кому интересно, и вообще не забывайте поддерживать видео лайком. Для меня это очень важно. Мотивирует делать для вас следующее видео. Так что можете нажать лайк прямо сейчас. И кому интересно, подписываемся. Смотрите, какой транзистор нашел. Сейчас давайте с вами его выпаем. Так, вот, смотрите, какой красавец. У нас еще очень огромная тут куча. Смотрите, какой транзистор. Видим, его надо выпаивать, чтобы больше на нем можно было заработать. Видим, золото, позолота, то есть на лицо тут есть. Если вскрыть крышечку, и внутри будет. Давайте посмотрим, что у нас за маркировка этого транзистора маленького. Это у нас, как видим, КТ-306В. Так, 87 года выпуска. Да, он даже и рабочий, можно еще его использовать. Ну, я его сдам. За него неплохие деньги дают. Так, это первый у нас в металле. Переходим далее. У нас вот такая вот платка грязная. Как видим, люди выбрасывают их по незнанию. Ну, а тут у нас есть деньги на этих старых советских платах. В современных платах так уже немного, только если материнки сдавать, а так современных, именно чтобы сдать радиодетали с них, нету именно современных плат. Просто их по весу принимают. Как мы видим, что у нас тут? Есть 315. Так. И тут вот два таких транзистора. Давайте сейчас мы их отсюда попробуем извлечь. Опа, вот как он выглядит, чуть-чуть структура его другая, корпус чуть другой. Он у нас идет на 4 вывода, как идем. Как мы видим, то есть вот такой вот транзистор, вполне неплохо. Тут у нас еще один транзистор есть, вот такой. Как мы видим, сейчас покажу, в нем золото тоже есть. Это неплохо. Как видите, вот золото есть, это отлично. Неплохая платка, как видим, 315 есть тут у нас. По году они не проходят, 89. В них тоже есть, бывает позолота в этих транзисторах. Также флажок есть. И все, с посеребрением, больше ничего. Но, как мы видим, золото есть. Так, что у нас? Вот такая вот плата тут стоит. Огромная. На ней что у нас еще есть очень... из приемного. Так, плата большая, ну так, если посмотреть, ничего такого прям нету, но есть приемные радиодетальки. Видим, с посеребрением трубчатые конденсаторы, флажки с серебром. Также вот такие вот микросхемы с золотом. Видим, явное золото в них есть. Это у нас К-157УД2, 89 год. Видим, вот золото еще просматривается. Вот еще один такой же самый. Микросхемка такая же самая. Транзисторы, вот это тоже не золотом, как мы видим. Это у нас КТ, что-то не видно толком, 800 какой-то, 16.
неважно, 88 года, они приемные, тоже золотом, драгоценные металлы как бы есть. Не так густо, но бывает и платки попадаются погуще. Так, это у нас стельщика такая еще попалась по ходу действия. Так, у нас теслочка, тут ничего нет, видим. Флажков очень много серебром, также таких. Много, это не обива, это обычный. Трубчатые. Есть у нас. И как бы все. Больше нету. Переходим далее. Вот еще стельчика старого советского. Тут у нас насыпана вот микросхема с позолотой 174 86 года. Так, транзистор раз, у нас два, три, четыре. Давайте проверим. Они тоже золотом идут. Во всех практически радиодеталях советских есть драгоценные, самые дорогие драгоценные металлы. И это очень хорошо и радует. Современных оно если есть, ну, мизер, но их на данный момент именно поштучно не принимают нигде. Именно в современных радиодеталях. Только все с ФДПовское. Так, как мы видим, золото видим есть, они все с золотом и приемные. Так, тут еще одна микросхема Тесла, тут видим такие вот маленькие транзисторчики, флажки также присутствуют. Есть чем поживиться, есть что извлечь. Так, вот еще одна платка такая вот. Тут какая-то коробочка, ну там я ничего не вижу. Там внутри есть необовый конденсатор. Ну давайте скроем, ну покажу вам. Кажется, может там еще что-то и будет. Да, необовый. Видим и транзистор. Есть вот такой вот транзистор железный, такой вот транзистор. Также вот такие 315, какой год? Ну, это 83-й, надо проверять, но они уже, можно сказать, пойдут тоже с золотом. Так, давайте проверим и этот. Видим, все однотипные у нас. Ну, сейчас, вот, золото есть, отлично. Так, этот давайте выпаем. Их лучше выпаивать, чем срезать. О, отлично. Почему? Потому что так за них больше дают. Вот такая вот платка. У нас светодиодики тут совдеповские. Смотрите, в современных платах, которые идут светодиодики, там в них позолоты нету. Только советские. И именно которые до 92 года идут. Потому что уже потом ставили просто обычно белые. Уже все. Позолоту не ставили. Смотрим, скрываем. Можно вот так аккуратненько его вытянуть. Они практически все вытаскиваются, если аккуратно вытащить эти светодиоды. Вот, даже выпаивать не надо. Их у нас тут, опа, тут у нас их на платке 8 штук, ну неплохо. Да, кто еще не успел поддержать лайком, можете сделать это прямо сейчас. И кто не успел подписаться, подписываемся на мой канал, кому интересно. Опа, смотрите, видим, явное позолото, очень хорошее. Они бывают позолочены еще ниже, просто залужены. Позолото аж бывает до сюда выходит. Ну так, если посмотреть, ее не видно. Вот. Тоже приемные, их принимают. Кому можно, можете извлекать оттуда золото. Так, вот такая вот еще платка попалась. Так, тут что-то вот у нас. Так, назад. Видим, флажок есть. Такой вот с посеребрением. Видим, вот такие вот транзисторы есть. Давайте проверим на позолотку. Есть там золото, то ли нету. Так. Золото есть. Второй не буду проверять. Уже потом срежу. Как видим, все, что платы попались, что-то, что-то есть в каждой плате, чем можно будет на чем заработать. Все в копилочку, видим с посеребрением, видим микросхемка. Вполне неплохо. Ну, такой сегодня заход неплохой, как видим. Эти надо будет проверять еще. Микросхемки так явно не видно. Позолоты. Видим, по незнанию до сих пор многие выкидывают. Ну, кому-то просто не нужно, кто-то не занимается этим. Так, ну, тут у нас есть микросхемки. Тоже надо будет их проверить.
Также такие транзисторы, флажков, как всегда, везде много. Вот полубочонков много. Ну, что-то я тут заметил. Вот тут такой вот конденсатор есть. Это у нас конденсаторчик. Сейчас, если это будет окукленный, будет хорошо. То он приемный. Да, кажется, то ли нет. По цвету не поймешь, потому что есть такие вот бежевые, они неприемные. Можно спутать, честно. Ну, уже потом проверю. Такие есть окукленные. Неприемные. Так, переходим еще. Осталось две платки сегодняшнего захода. Так, что у нас тут? Вот такая вот платка с какого-то усилка или что? Не знаю, сейчас посмотрим. Видим вот с конденсатора с посеребрением приемные вот такие вот видим с серебром. Есть транзисторы, видим с отверстием. Очень много, неплохо, так сказать. Вот. Раз, два, три, блин. 4, 5, 6. Неплохо, неплохо. Еще полубочонки, еще раз. Да, ну вот такую, такие релюшки тут есть. Так, РС-6. Кажется, такие нема даже в прайсе, скажется. Таких реле. Две релюшки. Ну, будем проверять их. Так, вот еще один транзистор тут затерялся. Тут еще микросхемочка маленькая. Ну, неплохая плата. Надо будет сдергивать. Не буду сейчас сдергивать, чтобы не отнимать ваше время. Так, вот огромная плата. Тут коробочки. Сейчас заглянем каждую. Ну, тут открытые хоть. Ну, какой-то, какая-то магнитола была. Гляньте, ух. Ну, реально огромная плата. Увесистая, да. Тут еще динамики даже. Ну, походу, как-то так стояло, походу. Так, не поймешь. Ну, как-то стояло, короче. Так, смотрим, что у нас тут. Флажков много. Сейчас что-то трубчатые есть. Так, что-то интересное будет. Сейчас покажу. Вот, транзистор. Есть вот такой в металле. Отлично. На 4 вывода. Так, по платкам проходим тут. Тут ничего. Микросхемка, флажки. Микросхему проверять буду. Так, тут у нас полубочонки приемные. Вот один такой с посеребрением большой конденсатор. Так, в коробочку заглядываем. Что у нас тут? Так, у нас тут полубочонки, микросхемка. Микросхемка тоже проверять будем. И все. Так, переходим к этим коробочкам. Тут микросхемка с явной позолотой. Тут, если посмотреть внимательно, блеск есть. Вот эту коробочку давайте с вами скроем. Так, где ее верхушка? Вот тут. Ну и посмотрим. Так, так. Ничего себе! А там КМ-ка. Ничего, не ожидал такой ништяк. Под конец и КМ-ка. Так что, кто досмотрел до конца, пишите. Сейчас покажу. Не знаю, какая маркировка. Не ожидал, реально, я в нее не заглядывал. Так, вот КМ-очка. А вот два полубочонка. Ух, нормально. Так, 315 диод даже есть. Давайте сейчас посмотрим. Так, так. Потому что я все зелененькие сдал. Там парочку у меня есть. Только начинается новый. Да ну! Еще 5В. Смотрите. Из зеленых самая дорогая группа. Реально. Отлично, 5В. Так что, кто именно сейчас видит ее, напишите. Я увидел КМ-ку 5В. Буду знать, что вы досмотрели до конца. Так что, вот такой получился выпуск. Такие вот у меня находочки. Неплохие. Да, в этом КМ-конденсаторе находится такой драгоценный металл, как платина и палладий. Палладия больше тут. Так что, вот так. Всем пока и до следующего выпуска. Да, и слева-право появилось видео. Выбирайте, кому какое интересно. Смотрим. И переходим на канал, кто еще не подписан.